Если вы случайно на улице встретите ребят в белых майках с надписью «Я доброволец», будьте уверены, это молодежь. Пример для многих. Каникулы подростки проводят с пользой, как говорят сами, для себя и для города. Лето не повод бездействовать. Красивым Брест хочется видеть всегда, а потому БРСМовцы патрулируют улицы. В центре их внимания остановочные пункты. Навести так называемый лоск, избавиться от нагляда информации, расположенной где только можно, но только не там, где для нее отведено место. Вот цель номер один. Если не удается достучаться до частных лиц и предпринимателей словом, в ход идут крайние меры. Так считают добровольцы. Все объявления можно клеить в строго отведенных местах. На столбах и на фонарях их клеить нельзя. И поэтому сегодня мы занимались очисткой нашего города от этого мусора. Сегодня мы также очищаем столбы от объявлений на территории Московского района. Будут очищены улицы Бульвар, Янки Купала, Гаврилова, Ленинградская. Хочется сказать огромное спасибо нашим ребятам-волонтерам, которые регулярно занимаются этой работой. И призывать наших индивидуальных предпринимателей уважать чужой труд. С апреля текущего года в уборке такого рода было задействовано более 100 волонтеров, а ведь это лишь одна из составляющих большого общего дела. В рамках акции «Молодежь за чистый город» БРСМовцы осуществили огромный пласт работы. Уборке подвергались многократно городские сады, парки, территория Брестской крепости. Только за 2016 год в добром деле приняли участие свыше 3000 человек, и это число будет расти вне всяких сомнений. Инициатива подростков вызвана желанием поддерживать уют в родном городе, а еще показывать пример другим, как следует относиться к порядку и чистоте. Таких ответственных и неравнодушных ребят становится больше и больше. Есть чему поучиться и взрослым.